Хотели реконструкцию? Получите нескончаемый ремонт. Уже 2 года подрядчики не могут закончить работы в старинном здании музыкальной школы в Черкасах. И за это время они лишь укрепили фундамент. Почему строители не торопятся, выяснял Станислав Кухарчук. Вот так в узеньком коридоре воспитанники первой музыкальной школы готовятся к выступлению на отчетном концерте. Вокалисты, скрипачи, духовой оркестр, народники. В школе занимаются более 600 детей. Для занятий классов хватает, а вот на выступлениях приходится ютиться. Діти стоять дуже щільно. Звісно, хотілося б, щоб у нас був ще зал якийсь для яких виступів. Нужное помещение в школе есть, с тыльной стороны. Раньше здесь были просторные балетные классы. В 90-х часть старинного сооружения городские власти отдали в аренду частной фирме. Предприниматели помещения фактически не использовали и отрезали отопление. Из-за влажности все перекрытия прогнили, здание пришло в негодность, рассказывает директор. По законодавству, для того, чтобы выкупить, потрібно зробити полишення на 25% вартості. Вони поставили ці вікна глухі, як ви бачите. В 2013-м школа отсудила помещение. Спустя еще 3 года город выделил более 2 миллионов гривен на его реконструкцию. Но она не закончилась и по сей день. Тендер выиграла малоизвестная компания. Ее строители сняли кровлю, укрепили фундамент и разобрали стену. Как такому подрядчику доверили реконструкцию старинного здания? Директор школы не понимает. Ему все стали говорить, вы вообще проект смотрели, когда на тендер заходили? Это не капитальный ремонт, обои поклеить. Это реконструкция стен, которым 150 лет. А недавно стало известно, у подрядчика нет даже лицензии на реконструкцию подобных объектов. Продолжать работы фирма попросту не имеет права. В 2016 году очевидно, что не было сделано детализована проектно-кошторисная документация, дефектные акты, какие-то, возможно, не ті складені, потому что не было з'ясовано в повній мірі обсяг робіт, які потрібно нам було зробити на перспективу. С руководителем организации нам удалось связаться по телефону. В отсутствии лицензии он проблемы не видит. Если там какой-то класс сложности повышен, о чем мы сейчас будем знать или не будем знать после совещания, мы, конечно, будем на это реагировать. Все, что хочешь, можно получить, отрымать, там, переделать, там, сделать. Вы понимаете, о чем я? Тем временем департамент образования ищет возможность расторгнуть договор с подрядчиком и привлечь к работам лицензированных специалистов. Но раньше, чем в конце лета, этого не произойдет, говорят чиновники. На это время реконструкция заморожена, а старинное здание без кровли и с разобранной стеной даже не удосужились законсервировать. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область.